Добрый день, меня зовут Ольга Бедункова, преподаватель йоги клуба ОМРУ. Для меня йога – это глубокая, идеальная система саморазвития, которая влияет на все сферы нашей жизни. Йога помогает найти ответы на актуальные вопросы, развитие творческих способностей, оздоровление физического и энергетического тела, поиск смысла жизни, гармоничное взаимодействие с окружающим миром. Йога открыта и доступна всем. Если вы чувствуете необходимость изменений в жизни, но не знаете, с чего начать, вдохновились идеей по-новому взглянуть на мир и жить согласно своему сердцу, ищите инструменты для реализации своего призвания, стремитесь найти поддержку и опору близких по духу людей, приглашаю вас на онлайн-занятия йогой на сайте asanaonline.ru. С помощью практик йоги, пранаям и концентрации вы сможете очистить тело от токсинов, а ум освободиться от беспокоящих мыслей и переживаний. Овладеете способностью разумно проявлять чувства и эмоции. Научитесь принимать себя и преобразовывать энергию. Благодаря занятиям йогой онлайн окунетесь в атмосферу практики и поддержки. Обретете уверенность, свободу самовыражения и приятное общение с интересными людьми. Во время занятий, помимо асан, я буду вас знакомить с различными методиками йоги и знаниями опытных практиков прошлого и настоящего, которые помогут увидеть свой путь, преодолеть трудности, пробудить творческий потенциал. А полученную энергию от занятий вы сможете направить на реализацию ваших планов. До встречи на занятиях!